Все хорошо, только вот бок в правом подреберье болит. Я его пульпирую, проходит. Потом желудок коликом бывает, откавливает. Тоже массирую. Еще взбивала на этом отваре огурчик с яблоком. А взбивала на этом отваре огурчик с яблоком в блендере. Свеженькая водичка получилась. Правое подреберье, это может вообще быть, смотрите, правое подреберье, оно может быть печень, это может быть желудок, потому что желудок у нас, он находится прям не совсем прямо здесь вот, а тоже он смещен у нас получается. Вот, и в правом подреберье может еще сердечная мышца отдавать очень часто. Сердце отдает правое подреберье, как будто бы у нас что-то с печенью. А это сердечная мышца, то есть кровушка у нас немножечко свернулась, стала тугой, и вот это вот дало импульс. Болит подмышечная впадина правая, и правое колено тянет от икроножной мышцы, стараясь размассировать. Впадины, когда подмышечные болят, это лимфа. Это лимфа, которая просто заскорузла, и либо она начала гнаться, и вот это вот перегон у нее просто в очищении в диком. Поэтому лимфатические вот эти впадины все очищаем. Здесь вот лимфатические впадины под коленами, но только очень аккуратно. Их сильно не даем ни в коем случае. Их только очень-очень нежно. Здесь лимфатические впадины, вот здесь вот лимфатические впадины, вот здесь лимфатические впадины. Под коленочками лимфатические впадины. Все вот это вот массируем. В паху у нас лимфатические впадины. Все это потихонечку массируем, и станет легче. Начинаем сверху вниз, снизу вверх. Вот, лимфа у нас вообще течет, она течет у нас снизу вверх. Поэтому лимфатически, как бы, в принципе, правильно было бы снизу вверх начать массировать.